Всем привет! Меня зовут Паша Корчевский, и сегодня хочу поделиться с вами комплексом упражнений, который помогает мне привести в хорошую форму мой аппарат и сохранить ее на весь день. Часть этого комплекса показал мне Алекс Сипягин, один из лучших джазовых трубачей на сегодняшний день. Упражнение первое. Первое упражнение я делю на три части. Первая часть. Все желательно играть под метроном. Итак, ставим метроном на 60. Как вы заметили, все упражнение нужно играть на полный выдох. Вторая часть. Вторую часть мы играем через базинг, как бы слегка касаясь мундштука. Также под метроном. Третью часть мы играем только на мундштуке. Только одну ноту, самую первую. То есть все начинается с до второй октавы. Мы играем до второй октавы. На весь выдох, полный выдох. Можно играть без метронома эту часть. Так далее по полтонам вниз. Когда вы доходите до ноты фа натуральная, первой октавы, начинается педальная зона. Чтобы в нее войти, используйте базинг. Вот как это происходит. Включаем метроном. Также на полный выдох. Все упражнение я спускаюсь до ноты фа диез малой октавы. Когда я дохожу до ноты до первой октавы, я оставляю только первую часть упражнения. Вот как это происходит. Также под метроном. Ah.
Фа диез, непростая нота. Следите, главное, чтобы ваш аппарат стоял на месте. Ничего не менялось в каждом регистре одинаково. В этом заключается смысл этого упражнения. Научить ваши губы стоять четко на одном месте, не двигая. Тогда появится легкость, четкое попадание на ноты и хороший звук. Упражнение номер два. Во втором упражнении мы отрабатываем звук, дыхание и позицию, правильную позицию нашего аппарата. Оно состоит из расходящейся хроматической гаммы. Все начинается от ноты соль первой октавы. Итак, значит, берем трубу. Все начинается от ноты соль первой октавы. Включаем метроном на 60. Играем соль 4 такта. Затем в четвертом такте мы берем дыхание на последней доле, переходим на полтона выше, соль диез. Играем соль диез 4 такта, в четвертом такте берем дыхание, возвращаемся в соль натуральную. Опять играем 4 такта, в четвертом такте берем дыхание, идем на фа диез вниз. Фа диез играем 4 такта, берем дыхание, возвращаемся опять к соль первой октавы. И так далее. Наша гамма расходится до ноты соль второй октавы и до ноты соль малой октавы. И все под метроном. Следите за своим звуком, чтобы он был ровный, красивый, ничего не дрожало, не дребезжало, громко играть не нужно. Играйте спокойным, красивым звуком, как будто вы играете балладу. И тогда вы добьетесь того звука, который вы слышите у себя в голове, который вам нравится, который вы хотите слышать. Упражнение номер три. Следующее упражнение на технику. Чтобы научить синхронно играть ваш язык с вашими пальцами. Также нужно все играть под метроном, это упражнение. Все начинается от соль малой октавы. Итак, далее по полутонам вверх до ноты до второй октавы. Постепенно со временем начинайте разгонять это упражнение. Та-т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 а
Каждую ноту нужно играть языком, и тогда со временем это упражнение научит вас играть любой пассаж чисто, четко и технично, так как ваш язык будет подготовлен, натренированный, и вы будете чувствовать себя комфортно и готовы к игре с языка в любой ситуации. Четвертое упражнение. Это упражнение на технику. В основе его также лежит хроматическая гамма. Вы можете играть его на легато, либо джазовым штрихом, то есть легуя вторую с третьей восьмую. Начинаем играть в небыстром темпе, постепенно разгоняя со временем. Это упражнение начинается от ноты фа диез малой октавы. Играем мы его, весь этот хроматизм, до си бемоль второй октавы, то есть как бы терция через две октавы. Вот как это звучит. Полтона вверх, доходя до максимально высокой ноты. Упражнения советую вам играть каждый день. С них нужно начинать ваши занятия на трубе. И уже через несколько недель вы почувствуете разницу, появится уверенность и стабильность в вашей игре. Ребята, на этом все. Был рад поделиться с вами полезной информацией. Я желаю вам удачи, успехов в ваших занятиях. Если вы хотите взять урок или просто пообщаться со мной, все контакты в описании. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, будет много всего интересного. Пока-пока!